Гандбол – один из тех видов спорта, коими гордится Беларусь. И слава гандболистов легендарного минского СКА в 80-90-е годы прошлого века сравнима с той, что была у футбольной сборной Бразилии времен Пеле или канадских хоккеистов. Но в отличие от Бразилии, где футбол играет, наверное, каждый житель этой страны, и Канады, в которой на коньках с клюшкой можно увидеть, наверное, даже медведей, в Беларуси в гандбол играют далеко не все. Да что там, правила этой игры знакомы одни не каждому. И в ту же круглогодичную спартакиаду школьников эта дисциплина была введена сравнительно недавно. Отсюда и мастерство, которое не всегда соответствует высоким стандартам. Правда, финальные игры школьниц Мозырского района стоило посмотреть, ведь это дамы, а их состязания всегда захватывают дух. Вот сейчас закончились уже соревнования среди женских команд. Первое место заняла команда 16-й школы, команда гимназии 2-я и команда Козинской школы 3-я. Примерно 4 команды, это плюс еще 9-я школа, были примерно одинаковые. Ну, немножечко повезло 16-й школы. Они были чуть-чуть сильнее. Соревнования, уровень немножечко с каждым годом чуть-чуть повышается. В результате упорной и бескомпромиссной борьбы третье место завоевала команда Козинской школы. А серебряные медали остались за гимназистками, имеющие в своем составе девчонок, которых уже можно назвать в какой-то мере гандболистами. Гандбол меня привлекает тем, что здесь можно свободно играть в нападении. Здесь это игра с мячом. Я люблю все виды спорта с мячом. С гандболом я занимаюсь 2 года. Ну а первенство осталось за средней школой номер 16. Командой, которая просто грезила этой победой. Мы шли к этому уже давно, 3 года. Это было тяжело. Если честно, сейчас, наверное, до нас это не доходит, что мы заняли первое место. Это будет ощущаться потом. Но пока мы рады и будем готовиться к области. На областном первенстве наша сборная заняла 6-е место. Но это пока мазырянки 6-е. Пройдет еще пара сезонов, и представительницы столицы Полесья в гандболе станут той командой, которой восхищаются, и которая будет грозой авторитетов для любого соперника на областном, а быть может даже и на республиканском уровне.